Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать славу Мерлоу Сент-Лаурент. Где-то его носит не в России. А где у нас слава? Вообще у нас сейчас или все в России сидят, а те, кто не в России, уже все очень плохо. Поэтому, друзья мои, где носит славу, мы сейчас узнаем. Напоминаю вам, что мы есть в Рутубе, и если вдруг что, ищите нас там. Какая-то должна точка быть. Уронил, все, любовь прошла, завяли помидоры. Даже не открыла, почему тебе так наплевать на числа? Числа против такой защиты я бессилен. Все, бросил любовь свою. А ты не любишь Сен-Лоран. Вот она точечка, замечательная причем. Как-то быстро она сдалась. Ну, вот такая вы молодежь непонятная. Раз и два, и уже вместе. Ну, что вам хочу сказать. Мне понравился клип. Вот я сказала, что нужна была точечка в конце, и она была. И была именно такая, которую и надо было сделать. Вот. А по музыке, ну, вот все в стиле Моргенштерна и Славы Мерлоу. Моргенштерн где-то там затерялся в Эмиратах, а Слава решил уже, думает, ну что, надо что-то сотворить. И вот он сотворил нам что-то летнее, веселое, такое задорное. Не могу сказать, что вау, но в принципе неплохо. На четверочку из пяти, я думаю, он потянул. Вот, друзья мои, напоминаю вам о том, что я написала книгу, которую выложила на Литрес, поэтому прошу вас распространять ее и писать комментарии, и будет вам всем счастье. И все хорошо в этом мире, бушующем, надеюсь. Всем пока.